В век графических редакторов уже никого не удивишь невероятной фотографией. При помощи фотошопа и умелых рук можно нарисовать картину, которую не отличить от настоящей. Как ни странно, среди такого количества отфотошопленного материала есть фотографии, которые не обрабатывались в графических редакторах и вызывают не меньшее восхищение. Судно на скале. Еще в далеком 1910 году пароход «Принцесс СС» врезался в побережье острова Стража и, собственно, застрял. Через несколько часов отлив обнажил весь корпус судна, застывшего в довольно необычном положении на берегу. Мастер фотоиллюзий. Француз Филипп Ромет в своих фотографиях бросает вызов гравитации. Его фотоиллюзии невероятно реалистичны, и все это достигнуто без использования фотошопа или других графических редакторов. Метро в Стокгольме. Метро Стокгольма насчитывает 100 станций, 53 из которых находятся над землей. Швеция решила превратить их в картинные галереи, и теперь станции легко спутать с каким-нибудь футуристическим музеем. Это одна из самых выдающихся. Потолки этой станции выкрашены в ярко-красный цвет. Кто-то даже называет ее «спуск в ад». Мертвый кит. Как и остальные фотографии, это тоже без использования фотошопа. На ней запечатлен кит, туша которого уже начала разлагаться. Кита прибило к пляжу, посетители которого были удивлены таким сюрпризом. Игрушечный город. Глядя на это фото, можно подумать, что это большая композиция из конструктора Лего. Но на самом деле это реальный город, который называется Сан-Буэнавентура и находится в Мехико. Источник Grand Prismatic. В Йеллоустонском национальном парке есть невероятный источник, который переливается очень яркими красками. Все дело в том, что в этом источнике живет огромное количество бактерий, цвет которых меняется в зависимости от температуры. Розовое озеро. Озеро Редба – совсем небольшой водоем площадью 3 квадратных километра и максимальной глубиной всего лишь 3 метра. Расположено оно в Сенегале и настолько богато солью, что стало домом для бактерий Дуналиела, придающих воде такой красочный розовый оттенок. Девушка Барби. Валерия Лукьянова так сильно хотела быть похожей на Барби, что решилась на пластические операции. С помощью ножа Валерия превратила себя в суперреалистичную копию куклы Барби. Никакого фотошопа, только пластические операции и много косметики. Платье и удачный ракурс. На показе мод было представлено необычное платье. Фотографы не растерялись и моментально подобрали нужный ракурс. Фотка облетела весь интернет. Пляжи на Мальдивах. И напоследок еще несколько невероятных фотографий, которые сделаны на пляжах Мальдивских островов. Синее свечение вызвано фитопланктоном, который может производить фотосинтез, а ночью светится. Если понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал.